в Магнитогорске стартовали выпускные баллы. Школьникам вручают аттестаты и провожают во взрослую жизнь. Накануне во дворце имени Серго Орджоникидзе чествовали выпускников школы номер 13. Настроение отличное. Позади волнительные ЕГЭ и ожидание результатов экзаменов. Впереди студенческая жизнь и новые знакомства. А совсем скоро они получат аттестаты и начнется долгожданный праздник. Марина и Светлана в предвкушении. Будем отрываться, потому что в 9 классе у нас не было выпускного в связи с пандемией. Ой, сейчас мы затусим вообще. Оторвемся и за 9 класс. Эти выпускницы – главная гордость школы. Сегодня они получают аттестаты особого образца и золотые медали. Дана и Дарья говорят, за 11 лет у них ни разу не было ни одной отметки «хорошо» за четверть. Закончив начальную школу на «отлично», решили держать марку до конца. Конечно, признаются, это не только их заслуги, но и родителей, и учителей. Я хочу сказать спасибо всей школе, всем людям, кто там работает. Это потрясающие люди, и учителя все они, я буду скучать по ним и по школе. Да, я присоединяюсь к словам Даны и хочу пожелать будущим выпускникам просто держитесь и не бойтесь. Удачи. Да, удачи. В этом году школа провожает во взрослую жизнь 28 выпускников, 17 из них хорошисты. По словам директора Марины Свизинской, ребята полностью подтвердили свои оценки результатами ЕГЭ. Традиционно удачнее всего сдали русский язык. Нашим выпускникам мы желаем осуществления всех их самых замечательных, самых смелых идей, самых смелых решений. Мы верим в них, мы надеемся, что у них все-все-все получится. Они наша гордость, мы любим наших выпускников, самые-самые лучшие ребята. После вручения дипломов выпускной бал, а дальше сегодняшние выпускники станут студентами колледжей и вузов по всей стране. Но, признаются, родную школу будут помнить всегда. Юлия Черешнева, Александр Макаров, телекомпания «Твин».